Добрый день. Покажу вам томат, который называется Санька. Это низкорослый сорт. Вот такие вот плоды весом 50-100 грамм. От проливных дождей они, как видите, не растреснулись. Висят уже они около месяца. Я специально держу, чтобы плоды хорошо вызрели. На семена их будем брать и сразу посмотреть, как они хранятся. Санька один из лучших низкорослых томатов. Ну, как видите, он уже вот начинает болеть. То есть он свое отплодоносил. В чем минус низкорослых томатов? Что они вот за раз отдали весь урожай, собрали плоды, куст высох, все. А высокорослые, вот такие вот, смотрите, стоят зеленые, здоровые. Помидоры мы, конечно, собрали, он несколько только плодов висит, но они будут до заморозков плодоносить, потому что завязывает плоды, вяжет и вяжет. А низкорослые обычно за раз отдали урожай, и все. Санька вот такой вот. Здесь мы уже, конечно, собирали томаты. И, тем не менее, на кустах очень много плодов. Даже я листья не обрывал, вон, смотрите. Ну так, килограмма 3 висит. Вон даже уже попортились. У нас заливало водой переизбыток влаги. Ну, Санька, вот такой вот краткий обзор. Плоды круглые, без пятна у плодоножки. Этот уже очень такой плотный. Несмотря на то, что он долго висит, плотный. Мякоть красная, мясистая. Томат и в то же время и сочный. Ну, такой томат бы я его подвязал. Но если даже он будет лежать на земле, можно выращивать без подвязки. Они будут плодоносить и никогда вас не подведут. То есть до вспышки каких-то заболеваний, до фитофторы, вы всегда успеете их собрать на салат, законсервировать. Такие плоды удобно консервировать, как раз помещается в банку хорошо. Ну и для салата, ну, универсальный томат, такой стандартный. Уже много лет дачники его любят сажать, выращивать с удовольствием. Что еще хочется сказать по этому сорту? Куст высотой где-то 30-40 сантиметров. Плоды, как видите, красные. По сроку созревания он сверхранний. Сейчас середина августа, плоды уже висят месяц. Я их не срываю. И вот смотрите, танцует куст, плоды не осыпаются. Очень надежный сорт. Если вы выращиваете его, напишите в комментариях, нравится он вам или нет. Если хотите приобрести семена этого сорта, в описании под это видео есть ссылка на мой сайт. Заходите, там есть ссылка на каталог, на наш магазин. Заказывайте, с удовольствием вам пришлем семена Саньки и многих других томатов. Ну, на этом буду заканчивать. Санька, конечно, сорт хороший, но бесконечно про него говорить нечего. Обычный, стандартный, универсальный, хороший, надежный сорт. Всем пока!